остановка. Пермский транспорт. Приятный вопрос. Всем привет, с вами Пермский транспорт. И сразу спойлер. Видео в честь 700 подписчиков выйдет завтра. А сегодня ответы на вопросы. И начнем мы с видео, которое вышло сегодня. Это шортс пазик под названием. Итак, выходим в комментарии. Можно про пазик 3204-50PG. Итак, я посмотрел, получается, на фотобусе эти автобусы. И в Пермском крае они работают либо в часовом, либо еще в каких-то городах. А в Перми они работают только на заказ и на прочие, и еще на заводские. Так что, возможно, не будет этого видео. И вот это видео. Ждем от вас вопросов. Можно пропиарить ПЖ. Я на тебя подписан. К сожалению, пиар у нас на канале запрещен. Но из-за того, что... Из-за того, что я раньше эту информацию не говорил, я сделаю исключение, в следующем шорте сделаю на тебя ссылку. Ну, в комментариях. Ну, а на этом всем пока. И до скорых встреч. У нас появился телеграм-канал «Пермский нижнеподчеркиваемый транспорт». Ссылка на него в закрепленном комментарии.